«Кто с мечом к нам придет?» – окончание этой знаменитой фразы знает каждый. Именно под таким девизом в школах округа прошел Росквиз. Подобные викторины партия «Единая Россия» проводит регулярно перед государственными праздниками на протяжении уже 2 лет. Сегодняшняя игра посвящена истории России, ее борьбе с многовековыми захватчиками. Вопросы, которые включены в сегодняшнюю игру, они простираются с древних времен до современности. Ребятам предложили вспомнить даты крупнейших сражений, имена полководцев и князей, а также летописи, военные песни и подвиги героев разных эпох – Ивана Сусанина, Зои Космодемьянской, Петра Кошки. Все школьники успешно справились более чем с половиной непростых заданий. Глядя на вас, я хочу сказать, что Россия была, Россия есть и Россия будет. Коли у нас есть такие замечательные ученики, в том числе в 7-й Видновской школе. Удачи! Сегодня вы должны показать не только знания, умения и навыки, но и умение работать в команде. Дорогие, мы желаем вам расслабиться и получить от игры огромное удовольствие. Участники Росквиза – ребята из 10-11 классов. Кому-то из них предстоит сдавать ЕГЭ по истории, а кто-то искренне увлечен предметом. Например, Данила Коинов регулярно побеждает в олимпиадах по истории различного уровня. Уверен, что свяжет жизнь с международными отношениями. Я увлекаюсь историей с 5 класса, как только она появилась. Я очень люблю времена Петра I, потому что именно в эти времена Россия стала империей и стала могущественной страной. Тех, кто лучше всего справился с заданиями, наградили дипломами и призами. Без небольших памятных подарков не остался ни один участник Росквиза. Кроме того, каждый из ребят унес с собой знания и новые интересные факты из истории нашей страны. Для каждого человека знать историю своей страны – это очень важно. И если человек не знает историю своего государства, государства может и не быть. Так как мой папа военный, как-то в эту тему с детства был погружен и интересовался всегда. Ну, так в целом я считаю это очень важно для каждого человека, гражданина России. Вот. Знать историю собственного государства, культуру и так далее. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.